Всем привет! Я с ним буду побеждать до конца Джейсона. Это вторая часть. Первая была с музыкой. Я единственная, которую редактирую на телефоне. Да. Я устала это делать. Я сегодня уже это очень долго это бьют жизненно. Не знаю, что говорить про эту игру, но могу одно сказать, что осталось очень мало бить его. Конечно, вот-вот я хочу продать свои платы, да? Возможно, даже я завтра и схожу, если получится продать их. Но главная проблема за сколько? Не знаю, зачем я это сказал, но кому платы надо, обращайтесь. Можно в Фейсбуке, если что, будет списаться, если кому-то интересно платы. Но я, честно, не знаю, что мне с ними делать. Продать их, наверное, будет очень сложно. Мало кому надо будет платы из пультиков управления. Так, надо побыстрее ускоряться уже. Да, не удивляйтесь. Давай, бей. Переходим на этого сарпёра. Вот, что крупный удар ему пришелся. А этого мы добиваем, просто добиваем. Последний удар жизни Джейсона. Катана, так я и думал. А босс, что с ним делать-то? Это оружие надо будет на нем использовать? Явно это будет не очень интересное видео, да? Не знаю, честно, ребят. Сам ну вот очень долго долбить. Ладно, всем пока. Главное, что мы победили Джейсона.